Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, Умар Текиев о наиболее заметных событиях республики. В текущем году на территории Карачаево-Черкесии будет построено и капитально отремонтировано 20 объектов здравоохранения. На территории республики ожидается значительное ухудшение погодных условий. В предстоящий месяц в региональной столице объявлен периодом масштабной уборки, озеленения и благоустройства. Школьники республики принимают участие в профильной смене по дополнительной образовательной программе «Технолидер» в Краснодарском крае. Далее об этих и других темах подробнее. В Карачаево-Черкесии откроют футбольный лагерь и построят открытый манеж для тренировок юных футболистов, комментирует информацию министр физической культуры и спорта республики Рашид Узденов. Мы примерно определяли его потребность, масштабы, его локацию. Наверное, мы все-таки построим футбольный манеж. Он будет где-то размеров под мини-футбол 40x20 с площадкой. Но пока вопрос о локации и о проектно-сметной документации, а дальше о вхождении в соответствующую программу. Если говорить о маленьких малышах, все-таки, наверное, надо их вывести на определенный уровень, чтобы в дальнейшем уже оттачивать на каком-то высоком уровне их мастерство. Но опять-таки, предложение нашего коллеги мы берем во внимание. И если в дальнейшем потребуется поддержка, либо материальная, либо какая-то техническая, мы поддержку, конечно, в этом вопросе окажем. В рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения в 2023 году на территории республики будет построено и капитально отремонтировано 20 объектов здравоохранения. В частности, будет построено 16 новых объектов здравоохранения. Это врачебные амбулатории в Орджоникидзевском, Изюка, Карачаевского района и Хабесского района. ФАПы в Урупе, Садовом, Киево-Жураки, Курджиново, Хурзуке, Фроловском, Пригородном и Личевском и Пристани. А фельдшерские пункты появятся в Новой Тиберде, Нижней Море, Грушке, Тапанте и Курджиново. В рамках регионального проекта будет проведен капитальный ремонт и 4 объектов здравоохранения. Абазинской центральной районной поликлиники в ауле Инжи-Чукун, врачебной амбулатории в Кошабле, отделение Усть-Джигутинской центральной районной больницы в селе Важном и ее же отделение в ауле Джигута. Завершение всех работ по строительству и капитальному ремонту объектов здравоохранения будут завершены до конца текущего года. В текущем году в Карачаево-Черкесии будет привлечено 20 высококвалифицированных медиков для работы в сельских населенных пунктах и малых городах по программе «Земский доктор». С 2018 года в Карачаево-Черкесии по этой программе для работы в сельской местности был привлечен 141 врач. Об этом рассказала начальник отдела кадрового и документационного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Инна Пономарева. Программа «Земский доктор» на территории нашей республики реализуется с 2012 года. Потом у нас был перерыв в республике, и снова мы приняли участие с 2018 года. Вот с 2018 года по сегодняшний день у нас принят 141 врач в сельскую местность. С 2018 года у нас идет софинансирование 94/6. То есть республика дополнительно дает 6%, а федерация дает 94%. Программа «Земский доктор» как бы она улучшает доступность и оказание медицинской помощи. То есть в сельскую местность направляются узкопрофильные врачи, не только терапевты, педиатры, участковые, но и также врачи и офтальмологи, и, может быть, где-то анестезиологи, фтизиатры, узисты. Все то, что необходимо непосредственно людям, чтобы была доступность оказания медицинской помощи. Мэр Черкесска Алексей Баскаев объявил предстоящий месяц периодом масштабной уборки, озеленения и благоустройства города и назвал дату традиционной генеральной уборки республиканской столицы – 28 апреля. К санитарной чистке, которую проведут в республиканском центре, повсеместно, по традиции, подключатся трудовые коллективы, муниципальные предприятия, управляющие компании в многоквартирных домах, организации, учреждения, активисты и волонтеры. В Карачаево-Черкесии Министерством природных ресурсов и экологии совместно с Министерством образования продолжается работа по возрождению культуры школьных лесничеств. Практика работы школьных лесничеств, которая существовала в советское время, за последние десятилетия практически прекратила свое существование. В настоящее время на территории республики действует уже 5 школьных лесничеств на базе школ в Карачаевском, Зеленчукском, Хабесском и Урупском районах. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева.
Ну, школьное лесничество – это такое добровольческое направление, которое было еще популярно очень в советское время. И вот сейчас, в том числе на федеральном уровне, идет политика возрождения традиции школьных лесничеств. У нас в республике непосредственно самих структурных учреждений лесничеств 5, и на базе каждого созданы именно школьные лесничества. Количество их участников – это уже порядка 100 человек совокупно в каждом районе, вот, закрепленные за каждым лесничеством. В настоящее время мы совместно с Академией, с Министерством образования подготовили региональный план развития школьных лесничеств, в который входят и просто просветительские мероприятия, и именно научная часть, вот научно-опытная часть, которая как раз-таки нам могут помочь и подсобить действующие специалисты лесной отрасли и будущие лесники, которых вот выпускают на кафедре. Министерство культуры Карачаево-Черкесии совместно с Союзом московских архитекторов разработало концепцию модернизации республиканской системы культурно-досуговых учреждений. Об этом рассказал министр культуры региона Зураб Агирбов. Смысл проекта – это не только разработать новую архитектуру, новое здание. Смысл проекта в том, чтобы мы вместе со специалистами, которые работают в домах культуры, вместе с нашими посетителями, вместе с экспертами сформулировали, каким должен быть дом культуры, чтобы быть интересным в наше время. Наш зритель отвлекается на социальные сети, на гаджеты. Как нам сделать Дом культуры точкой притяжения и в большом городе, и в маленьком селе? Чем его наполнить, чтобы сюда ходили люди всех возрастов? И как на всем этом зарабатывать? Потому что здесь огромный потенциал культуры в зарабатывании денег, в развитии креативной экономики. Строить нужно такие здания, которые можно использовать самым разнообразным образом, меняя наполнение и активность внутри каждого из залов. И третий вывод, который мы сделали, дома культуры, они должны быть со своим духом, со своим лицом, со своей культурой, историей. Выражается это все, конечно, через локальную идентику, то есть через детали, которые отражаются и в интерьере, и в оформлении, в дизайне, в архитектуре самого здания, позволяя каждый дом культуры делать уникальным, даже если он идет по типовому проекту. В Республиканском центре прошли финальные конкурсные испытания в рамках регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России-2023». По результатам конкурсных испытаний победу одержала учительница из Зеленчукского муниципального района Ирина Глазунова, которая осенью представит Карачаево-Черкесию на заключительном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» в Орехово-Зуево Московской области. Кроме того, призером второй степени стала Ольга Чурсина из Прикубанского района, а статус призера третьей степени поделили Фатима Батчаева из Черкесска и Белла Декушева из Малокарачаевского муниципального образования. Группа школьников республики в составе 11 человек принимает участие в профильной смене по дополнительной образовательной программе «Технолидер», которая проходит во Всероссийском детском центре «Смена» Краснодарского края. «Технолидер» – авторская программа центра, реализуемая с 2021 года. Программа направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также на развитие лидерских компетенций. Компания «Россети Северный Кавказ» в досудебном порядке добилась погашения более 11 миллионов рублей задолженности за электроэнергию предприятий ЖКХ в Карачаево-Черкесии, образовавшейся в январе-феврале этого года. С начала года прирост задолженности составил более 26 миллионов рублей. На эту сумму в январе-феврале филиал Карачаево-Черкесэнерго направил предприятиям-должникам 47 претензий. По 18 из них в установленный срок поступила оплата в размере более 11,5 миллионов рублей. Общий долг предприятия жилищно-коммунального хозяйства региона на 1 марта этого года превысил 130 миллионов рублей. Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда Карачаево-Черкесии оставлено в силе решение Черкесского городского суда по иску из Жгутинского межрайонного прокурора к региональному министерству по делам молодежи. Комментирует информацию старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Усть-Жигутинский межрайонный прокурор обратился с иском в суд в интересах семьи, состоящей из 4 человек, которая являлась участницей подпрограммы обеспечения жильем молодых семей. В 2018 году молодой семье было выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в размере более 900 тысяч рублей. Несмотря на наличие у семьи законных оснований для ее получения, министерством денежные средства не выплачены.
Судебное решение по иску прокурора было оспорено Министерством по делам молодежи КЧР в апелляционном порядке, но прокуратуре республики удалось убедить судебную инстанцию в законности и обоснованности исковых требований. На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева заработал проект «Студенческая студия радио и подкастов». Автор проекта стал обладателем гранта конкурса «Росмолодежи» и на полученные средства оборудовал современную студию. Об этом расскажет автор проекта Аслан Гирюгов. Я являюсь руководителем проекта «Студенческая студия радио и подкастов». Выиграл средства в рамках проекта от «Росмолодежи» и сейчас занимаюсь реализацией его. Уже прошло несколько встреч со студентами. Хотим создать такую площадку, чтобы они проходили практику, возможно, собрали какое-то портфолио для трудоустройства, и чтобы в нашей республике и на базе нашего университета именно развивалась радиожурналистика. В столице Карачаево-Черкесии завершился городской этап футбольного турнира на приз клуба «Кожаный мяч». В старшей возрастной группе 2008-2009 годов рождения места распределились следующим образом. Первые три места достались командам «Эдельвейс», «Атлант» и «Ивентус» соответственно. В средней возрастной группе 2010-2011 годов рождения лидерами стали футболисты команд «Нарт», «Атлант» и «Ивентус». Наши пловцы показали отличные результаты на состоявшемся в Краснодаре первенстве и чемпионате Южного и Северокавказского федеральных округов по плаванию. Победителями стали Ростислав Кирсанов и Владислав Евдокимов. Кроме того, третье место в эстафетном плавании 4x100 в вольном стиле заняли девочки сборной Карачаево-Черкесии. На территории Карачаево-Черкесии ожидается значительное ухудшение погодных условий. До конца недели прогнозируется резкое понижение температуры воздуха от плюс 20 до минус 5 градусов, выпадение обильных осадков в виде дождя и снега. Региональное управление ГИБДД предупреждает, что автолюбителям необходимо учитывать сложные погодные условия при движении и не пренебрегать требованиям правил дорожного движения. Следует уделить особое внимание при проезде мостов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Необходимо соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал между автомобилями. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода. Местами осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Утром в отдельных районах сильные осадки, местами очень сильный снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Порывы до 20 метров в секунду. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха плюс 1, плюс 6. В горах местами до минус 6. В горах Карачаево-Черкесии свыше 2000 метров лавина опасна. В Черкесске утром сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Порывы 15-20 метров в секунду. Утром на дорогах местами гололедица. А столбик термометра поднимется до 5 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 86 52 24 99 51. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!